Всем привет! Меня зовут Алиса. В этом видео расскажу тебе о моем отношении к Джастину Биберу. В принципе, я к нему отношусь не так. О, господи, это Джастин Бибер! Да я тебя поцелую, Джастик, Джастик! А вот и нет. Да. Мое отношение к Джастину Биберу такое. Я слушаю его песни, бывает, но очень редко. Я к Джастину Биберу отношусь никак. В принципе, Джастин Бибер – это, тем не менее, бабник и, тем не менее, обычный пацан, который хорошо поет. Я не понимаю. Почему столько ненависти к какому-то Джастину Биберу? Напишите мне внизу в комментариях, а также ставьте мне палец вверх, подписывайтесь, пишите комментарии вниз. Я всех люблю. А если кто не понял мое отношение к Джастину Биберу, то вы можете написать мне внизу комментариев. И, конечно же, я сделаю повторное видео, как же я подробно к нему отношусь. И что я о нем вообще думаю. Ну, в принципе, долгое видео. Пока! С вами была Алиса.